Рубрику представляет компания «Синегория». После первого поражения на своем стадионе тагильские футболисты столкнулись с новым испытанием. Сегодня «Уралец» встречался с лидером первенства среди любительских футбольных клубов «Тобольским Тоболом». С первых минут матча наши футболисты играли в быстрый футбол, постоянно прессингуя соперника. Большую часть игры «Уралец» провел на чужой половине поля, но забить нашим ребятам так и не удалось, рассказали нам в пресс-службе «Уральца». В итоге встреча закончилась со счетом 0-0. По мнению защитника «Уральца» Алексея Вершинина, не проиграть команде, которая идет на первом месте, достойный результат. Следующий матч наша команда проведет в родных стенах стадиона «Юность». В этом круге дублеры закончились, и теперь тагильчанам предстоит встретиться с серьезным футбольным соперником – клубом «Металлург» из Магнитогорска. Завершающий второй круг матч состоится 11 октября. Александр Сальников, Анатолий Тютин, новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Синегория», и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Синегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 12 07.